Короче, ребят, всем привет, с вами я, Сеня. Вы сейчас, конечно, не поверите, что я увидел. Что я нашел. Это сгорелый дом. Я его не буду показывать со стороны улицы, потому как уже заколебался перекладывать камеру. Каждый раз туда бегать. Но сейчас я нахожусь на запретной территории. Ну, наверное, запретной. Хотя здесь тропиночка и вся фигня. Ну... В общем, как видите, вот я сейчас иду вдоль этого домика, вот прям вот аккуратненько, вот иду. В общем, здесь очень, как бы, атмосфера такая чувствуется, как будто здесь вот прям, ну вот это невыразительно вот словами, я не могу это словами выразить. Ну, короче, сейчас просто камеру переставлю, а там это, вы сами все посмотрите и раз. В общем, короче, вот такая вот здесь атмосфера, обстановочка вот в этом доме. В общем, просто офигенно. Я не могу это выразить словами. Вон там, вон, все показывается очень жестким таким это. Я это снимаю и просто в ступоре. Я не буду залазить туда, конечно же. В общем, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал вот за это. Вот ставим лайк просто. Я впервые нашел вот такой вот сгоревший дом. И не один, кстати, он здесь. Это очень огроменный домище. Очень огроменный. Но там все сгорело в жесть просто. И вот здесь по соседству рядом с ним тоже немножечко опаленный дом. Ну, блин, наверное, это эти два дома сгорели сразу. Потому что, когда был пожар вот этого дома, огонь, скорее всего, перенесся уже вот сюда. Но здесь спасло нижний этаж то, вот в этом доме, что внизу, как по старорусскому, внизу был этаж, который сделан из каменной отделки, а вверху... Изи всегда как делается из деревянного. Ну, в общем, ребят, это просто непередаваемое чувство такое. Очень непередаваемое. В общем, ставим лайк за это. Вот за это есть за что поставить лайк. Я понимаю, что мои предыдущие ролики были какие-то не особые. Ну да ладно. В общем, ребят, сейчас вот иду, хочу туда залезть. Ну, я только гляну, я вот здесь, я не буду дальше и лазить. Короче, вот. То есть вот такая вот обстановочка. В общем, вот такая вот. Вот здесь был чуланчик. И каркас двери вот здесь вот такой. Там еще какие-то комнатки. Блин, как все это жутко. Мне это не нравится. И, блин, гвозди, еще хрень какая-то. Так. Вот меня вон тот выступ еще смущает. Как-то он подозрительный мне. Очень-очень подозрительный. Как бы не упал. Там даже гвоздики есть. Я не знаю, видно отсюда, не видно. Ну, в общем, там еще какая-то деревяшка черная лежит. Обгорелая. Да, кстати, вот прихожая вот эта вот. Она тоже была сделана из камня. Поэтому она не так обгорела снаружи. В общем, вот так, ребят. И по всей видимости, пожарные не успели сюда приехать из-за больших пробок. Потому что эта улица, она вся скатывается на переезд. А переезд у нас как бы самый главный. И она... Ну и этот переезд, извиняюсь за выражение, я заговариваюсь. Этот переезд... То и дело закрывается, потому что оттуда идут поезда, потому что это Подмосковье, сюда все ветки приходят, уходят поезда, еще вот... Ну, в общем, ребят, я думаю, вот есть вот за это поставить вот лайк, есть за что поставить лайк. За этот дом и за дом, который находится за мной. Вот за этот, за тот выступ и за меня. Ну, а так, с вами был Сеня. Всем удачи и всем пока.
А следующее видео выпущу сегодня же, но только чуть позже.